Новый памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны открыли на улице Победы еще 8 мая. Однако закончить вовремя его не удалось. Журавлей на памятнике не хватало, плиты были не установлены должным образом, а наскоро прикреплены на время открытия. И только сейчас работы по установке памятника закончены. 22 июня, в день, когда немецкие войска напали на Советский Союз. Подробнее расскажет Жанна Алиева. Новый монумент украсил улицу Победы накануне 9 мая, но остались небольшие недоделки, которые рабочие пообещали устранить к дню скорби и памяти. 22 июня окончательно открыли памятник «Белые журавли». Журавли – это металлическая стела высотой 15 метров, уходящая ввысь и уносящая на себе 8 белых журавлей. Памятник посвящен погибшим не только в Великой Отечественной войне, но и в локальных войнах. Мы память о тех, кто погиб на фронтах, кто погиб от голода, кто погиб от замученных в концлагерях. Мы сегодня совместили с таким прекрасным мероприятием, как открытие этого мемориала. И хочу сказать, что, наверное, вот Расул Гамзатов, который песню «Журавли» написал, это память о тех солдатах. Отец Анатолия Панченко погиб в 43-м году, когда тому было 5 лет. Поэтому для семьи Панченко 22 июня, день памяти и скорби, особенная дата. Папу забрали в 42-м году, и он погиб геройской смертью в 43-м, выполняя приказ Сталина «Ни шагу назад». Командовал орудийным расчетом, понимаете, и при артналете прислуга разбежалась, а он не имел права, как выполняя приказ Сталина. Нельзя было им отсюда. И он остался на месте у своего расчета, понимаете? И вот во время этого налета у него оторвало ему обе ноги, его не довезли до лазарета, он погиб. После торжественного открытия монумента собравшиеся почтили погибших минуты молчания и возложили цветы. Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, РЕН-ТВ, Астрахань.